Так, девчонки, всем привет! Я только приехала от своего косметолога Инны, накупила своих любимейших продуктов от Мэри Кор. Сейчас будем вместе смотреть и изучать. Я записываю видео без макияжа, чтобы показать продукты на себе, но хочу отметить тот факт, что я использую фильтр. Он не для того, чтобы изменить пропорции лица, а для того, чтобы избавиться от ненужных теней. Любой уход начинается с очищения, поэтому начнем с легкой пенки для умывания, которая подходит даже для самой сухой кожи. Она отлично очищает ее, сохраняя естественный экобаланс и комфорт. Также люблю ее за невероятно вкусный аромат. Если говорить о вечернем уходе, то перед нанесением крема я люблю использовать сыворотку Multisensitive, которая подходит для чувствительной кожи. Она отлично снимает покраснения после снятия макияжа, увлажняет кожу и дарит ей более здоровый, нежный и сияющий вид. Ну и конечно же крема. Они есть ночной и дневной. Так как я уже начала рассказывать вам про сыворотку, скажу про ночной. Этот крем стимулирует восстановительные функции кожи и подходит как антиэйдж-профилактика. А дневной крем называется «Чистая сила природы». Он очень увлажняющий и насыщающий. После этих кремов кожа выглядит ухоженной и восстанавливается ее баланс и комфорт. Также люблю их за отсутствие липкости. Горячо любимый мной продукт – бальзам для губ, который называется «Комфорт». Он смягчает кожу губ, заживляет мелкие трещинки, создает как бы невидимую защиту от ветра, солнца и других внешних факторов. К тому же очень красиво блестит. Продукты, которые я не успела сейчас показать на себе, это моментально восстанавливающая маска для лица и энзимник-эксфолиант «Белая лилия». Я использую их всего раз в неделю. Они отлично смягчают кожу, делают ее шелковистой и возвращают ей здоровый вид. Кожа после такого ухода очень ухоженная, свежая, дышит. Очень приятные ощущения. Девочки, кто еще не пробовал Мэри Кор, я вам действительно очень рекомендую.